мы находимся около морга вагона. Трупы российских солдат, уничтоженных в Украине, хранятся в рефрижераторных вагонах. Причина в том, что Россия не забирает трупы своих военнослужащих. Среди трупов есть молодые призывники, пожилые солдаты, один летчик и труп мародера. Украинцы обещают, что российских солдат в Украине ждет только такая участь. Мы находимся около морга вагона, где лежат русские солдаты, потому что Россия не хочет даже их забирать, ничего не остается, как складывать их в эти вагоны. Здесь призывники 21 года, более взрослые военные, один пилот, который, видимо, катапультировался, но это его не помогло. Один мужчина с двумя часами, видимо, мародер. Продолжайте, приезжают ребята, то есть это ваш выбор. Но вот этим это все заканчивается обычно.